Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть. Сегодня поделюсь очередным рецептом из кабачков. Все делается очень просто и быстро. Это блюдо может быть как самостоятельным, так и гарниром, а также являться отличной закуской, например, к шашлыку. Список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием к видео. Сначала сделаю заправку. К тертому чесноку добавляю сахар, немного соли, черный перец, копченую паприку, если нет копченой, кладите обычную, кориандр, его добавляйте по вкусу, и горчицу. Вливаю соевый соус. Кстати, соль добавляйте, ориентируясь на то, насколько у вас соленый соевый соус. Все тщательно размешаю и уберу в сторону. У кабачка отрезаю края, я его даже не чищу. Его можно сразу разрезать вдоль пластинами, но мне удобнее резать такими кружочками, толщиной примерно сантиметр. Затем складываю по несколько кружочков и режу такими брусочками, также шириной примерно сантиметр. Лично я предпочитаю, когда кусочки не очень мелкие. Далее режу также достаточно крупно лук полукольцами. Если вы не любите, можно вообще обойтись без него. На сковороду с разогретым растительным маслом выкладываю часть кабачков таким образом, чтобы они были не толстым слоем. Тогда их будет удобнее обжаривать, и они не пустят сок. Я обжариваю на сильном огне, так, чтобы снаружи они основательно зарумянились, а внутри оставались хрустящими. Таким же образом обжариваю остальные. И затем лук. Каждый раз добавляя растительное масло. Выкладываю овощи в миску и заливаю соусом. Добавляю зелень, я беру петрушку и укроп, и хорошенько все размешиваю. Кабачки готовы, их можно подавать сразу. Они очень хороши как в теплом, так и в остывшем виде. Но, конечно, если они несколько часов помаринуются в холодильнике, будет еще вкусней, а на следующий день это что-то. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на моем канале также и другие рецепты с кабачками. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.